Добро пожаловать на наш канал! Сегодня готовим жареные кабачки с чесноком и майонезом. Для приготовления вам понадобятся такие компоненты. Нарежьте кабачки кружочками толщиной 0,5 см. Слегка посолите и поперчите ломтики с каждой стороны. Обмакните кусочки кабачка в пшеничную муку с двух сторон. На среднем огне разогрейте растительное масло. Выложите подготовленные кружочки кабачка и обжарьте их с двух сторон по 3-4 минуты до золотистого цвета. Обжаренные кабачки поместите на несколько минут на салфетку или бумажное полотенце для того, чтобы впитались излишки масла. В отдельной емкости соедините измельченные зубчики чеснока, майонез и мелко нарезанный укроп. Хорошо все перемешайте, попробуйте соус и добавьте по вкусу немного соли и молотого черного перца. Переложите кабачки на тарелку и смажьте небольшим количеством подготовленного соуса. Повторите слои, выкладывая кружочки кабачка друг на друга. Готовую закуску можно поместить в холодильник на несколько часов, для того чтобы она настоялась, или сразу подавать к столу. Жареные кабачки с чесноком и майонезом готовы. Приятного аппетита! Рецепт с пошаговыми фотографиями можно посмотреть на нашем сайте. Ссылка находится в описании под видео.